Всем доброе утро. Значит, я, конечно же, проснулась. Алину еле распинала, потому что она вчера поздновато легла. И мы поехали скорее в садик. В общем, у нас льет дождь. У нас такая не очень хорошая погода, и дует сильный ветер. И знаете, так противно, когда тебя дождем просто обкатывает с такой силой, как из ведра, я не знаю. Ну, ветер, дождь, конечно, сейчас не такой сильный, но все же иногда там скорость его там прям сильная, скорость падения капельки. Неприятно, в общем. Сейчас я заехала к интернет-провайдеру Uklink, и мой дом конкретно подключен к нему. И сегодня мне уже сделают интернет, потому что Алина меня достала, она все время говорит: «Мама, что там с интернетом? Мне мультики нужны». Кстати, я записалась на ногти и на ресницы. Мне уже пора. Сейчас поехала на Северный, там надо оплатить вот этот остаток коммуналки, который за мной висит, и все. А потом я не знаю, что делать. А звонили вчера, много раз звонили по поводу квартиры показать сегодня. А сегодня же еще тренька, я, скорее всего, схожу на нее, потому что я пропустила уже штуки две с этим переездом, со всем прочим. Вот. Сегодня по-любому надо сходить. Иначе потом я опять буду как робот. Просто будет все болеть. Сейчас я поехала на Северный. Че время-то еще? 10 утра даже нет. Я так хочу кушать. Может, съесть, покушать сначала? Я так и сделаю. Точно. Поехала в Додо пиццу. Погода. Море бурнеет, потому что дует ветер с гор. И видите, оно в другую сторону уходит как раз таки. А когда дует моряк, наоборот, в сторону гор, моря, волнами как бы, как объяснить, да, господи. Я такая тут музычка, и просто никого, и одна. Ну, ПП, правильное питание, естественно. Да, очень вкусно. Очень вкусно, ребята. На пляже что-то никто не загорает, что ли? Что странно. Я-то думала, вот все сейчас. Вот у меня из окна, вот видите, видно. ЖК это, Сады морей. Вот он. Вот он светится, у меня из окна видно. Вообще это не шуточки вам. Вот. Я уже пробовала им прочищать трубы. А у меня проблема в раковине. Вода не уходит, нифига. Так что я сейчас этим вопросиком займусь. Еще я пожалуюсь на себя, что я такая нехорошая. Я сейчас в подъезде отросточки оторвала от общего цветка. По-моему, это называется письмо, что ли, этот цветок. Мне он очень нравится, я прям его так люблю. Вот. Я его сейчас поставила в воду, я не знаю, правильно или нет я сделала, но они должны, короче, вырасти. Еще у меня вот есть вот такой вот хозяйский цветочек. Я его буду поливать, конечно же. И вон еще маленький какой-то цветочек. Я, к сожалению, не знаю их название. Но мне очень нравится, что есть цветы. Тем более я вижу, что у него будет цветение сейчас скоро. Весна же. И есть горшки на балконе. И так что я спокойненько палисадник у себя сделаю. Оп-оп-оп. Жалюзи, жалюзи вообще. Зачет. Просто соседи. Все, привет. Все. Ребят, я сдала квартиру хорошему очень мужчине. Вот. Теперь я за нее переживать не буду. За эту квартиру. Все. Слава богу. Я провела интернет сегодня. Я сегодня подала заявку. Сегодня же мне его подключили. Я такая счастливая. А еще больше всего кайфую от того, что дома теплый пол. И у меня, представляете, потеют пятки. Я сама в шоке. У меня просто вспотели пятки. Теплый пол еще можно сделать побольше, поменьше. И так приятно по нему ходить. Можно просто... Вот я, знаете, думаю, сушилка стоит на балконе, а балкон открытый, и дует ветер. Я думаю, ну нафиг все сдует. Можно, в принципе, постирать.
и разложить все на теплый пол. Я уверена, так быстро все высохнет. Вот, я даже вот хочу проэкспериментировать. Видишь, сгорят. Чего они сгорят-то вдруг? Что, вы придете на кухню и что, по одежде ходить будете? Придется. Домохозяйка. Мы пришли к Кристине в гости. Положила. В общем, Кристина говорит, я буду готовить ужин, мне срочно надо. Я уже скоро на тебя жаловаться в Ютубе буду. Без моего ведома. Что? Ты снимаешь видео. Ой. Серьезно? Мась, я не хочу. Я пошла детей поснимаю, потому что они должны быть в кадре. Так, деточки. Как дела у вас? Вот Алина выпрашивает у меня эту лошадь. Да. Поющую. Поющую буду. Я сделала сладкий перчик. О! Да? Класс. А сама говорила, не ест перец. Сонечка, бегом. Коротышечка. Ты как? У тебя такое платье красивое. Смотрите. Офигеть, сколько игрушек. Смотрите, это просто одни игрушки. Смотрите. В квартире, мне кажется. Смотрите. Все для ребеночка. Еще одна искорка. Классно. Вот, Марина Пони. Супер. Я сегодня выпрямила волосы. Поэтому. Да. Мам, ты обиделась, ушла, говорит Кристина. Мам, покажи меня. Я на сегодня заканчиваю свой влог. Я думаю, что очень много информации я вам сегодня дала. Поэтому всем спасибо за просмотр. Спасибо, что вы со мной. Да хватит, Алинка. Всем пока. Подписывайся на канал. Ставь лайки. Всем пока! Пока! Пока!